Киноконкурс «Десятая муза» – возможность для школьников почувствовать себя настоящими творцами «Фабрики грез». Фестиваль короткометражных видеороликов проходит в шестой раз, и в этом году были немного изменены условия. Нужно было не только сделать фильм, но и защитить его. Возможно, из-за этого или в силу других причин участников было меньше обычного. На конкурс было представлено 5 работ. Ребятам предложено было выбрать одну из 3 тем для своего фильма. Первая номинация была посвящена победе, 70-летию Великой Отечественной войне. Вторая номинация была победа нашей школы. И третья – это излюбленная тема наших ребят «Ты сердцу мил наш Уссурийск». Ученица школы села Раковка Виктория Маркина решила сделать фильм своими руками, в прямом смысле. Все актеры и декорации сделаны из пластилина. Сколько ушло материала на 5-минутный ролик, она не посчитала, но результатом довольна. Фильм помогала делать мама, она же классный руководитель. Ну, фигурок у нас много, вплоть настолько ребенок лепит мелкие детальки, что цветочки, которые в длину около 1 сантиметра, а там еще плюс лепестки, а там еще сердцевинка. То есть это очень такая кропотливая работа. Школьник из городка Воздвиженск затронул тему истории. Оказывается, в центре стоит дом, который в народе называется Фордовский. Кирилл решил разобраться, с чего это началось. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Дубенюк. Мне 12 лет, я живу в городке Воздвиженка. Хочу рассказать про то, как к нам приезжал Джеральд Форд и как он встречался с Леонидом Брежневым. После просмотра небольшой разбор полетов. Член жюри Александра Пестова отметила важность первого и последнего кадра, а также музыкального сопровождения. Организаторы конкурса похвалили всех участников, ведь порой за минутным роликом стоит работа не одной недели. Это не только, значит, изучение материала, подробное, очень глубокое. Это еще и передача его, видимо, именно в плане видеофильмов. Это и подача, и защита видеороликов. То есть ребята, конечно, постарались на славу. Итак, статуэтки конкурса «Десятая муза» отправляются к Виктории Маркиной за оригинальность представленной работы. Был отмечен фильм «Афганистан болит в моей душе» «Перфект гимназии». Работа школьников из 133-й гимназии была награждена за глубину исследовательской работы. Все участники получили памятные призы и грамоты. Екатерина Гриб, Матвей Мугер, Телемикс.